что как-то картина. А ну давай поближе. Это же надо сфотографировать. А ты меня так спросил, в смысле, что? Не, я поражен. Микеланджело. Удивительно, что ДНФ символику не убирает украинскую. В виде рекламы, в виде надписи на улицах. В принципе, это легко сбить украинские буквы, там, сходить в банк, какой-то магазин, поменять рекламу на конце концов. Вон, Донецк 2012, чемпионат Европы по футболу. И много чего здесь на украинском языке. Два варианта ответа. Или их украинцы несут, на самом деле не раздражают, и ничего враждебного они в украинцах не видят, потому что все-таки язык украинский — это их символ. Ну, или действительно народ здесь живет спокойный и не мстительный. Вот. И в украинском языке они не видят ничего плохого. Посмотрим, что на самом деле. Но пока это, конечно, удивительно. Вот в любой другом... Кстати, что-то. Южная Осетия, допустим, Абхазия, Приднестровье. Там убирали сразу все. Убирали любые напоминания о Грузии, допустим, Южная Осетия, Абхазия. Любое упоминание, буквы, изображения, сразу все зачищалось. Думаю, что такое и в Приднестровье было. Здесь что-то другое. Здесь они не оторваны от Украины так, как нам кажется в Москве или в России. Здесь Украина, она еще здесь.